об этом оружии Чудинова. Да. Руки быстрые у англичанина. Мне кажется, немножко уже предсказуемо для соперника начал действовать Чудинов. Любинг выйдет. Все, что делает наш боксер. Сейчас посмотрите, как защищается корпусом. На публику такая работа. Публика оценила это красивый эпизод. И снова попадает передней рукой. Прямым ударом очень точно Юбин. Да, тревожно становится. И вот правило в конце раунда смотрится лучше. Вот опять, смотрите, остается 40 секунд. Вы видите, да? Ну что ты скажешь? Слава Богу, сейчас вниз ушел Дмитрий от этих страшных ударов. Один бой, который он прошел полностью. Собственно, у Чудинова тоже один такой поединок. Вот тот с Патриком Нильсоном, о котором я вам уже рассказывал. А нет, два. Нет, один все-таки. Ну вот, заключительный раунд. Смотрите, что творит англичанин. Сколько сил у него осталось. Он хочет закончить бой досрочно. Я уверяю вас. В очень тяжелом положении Дмитрий. Он перекрыт, но пропускает очень много ударов. Ну сколько же сил осталось у этого сына, а? У Юбенко-младшего, посмотрите. На морально волевых сейчас Дмитрий держится. Выставил минуту, страшную минуту бомбежки. Попытается в концовке еще раз провести вот такую свою силу, уверяю. Похвалить. Но бой проигран, друзья. Ничего не скажешь. Может, и правы были те, которые... Нет, все-таки остановил рефери за 50 секунд до конца. Ну, не надо было этого делать, на мой взгляд. Но таково решение судьи в ринге. В принципе, основания для этого у него были. Очень много ударов пропустил наш боксер. Таким образом...